Монстры Гуджитсу, Герой Гуджитсу и даже Траш Мобиль. Всем привет, друзья, с вами Закупыч, и как вы уже сегодня догадались, новиночки Гуджитсу у меня на обзоре снова. Гуджитсу не устают нас радовать. Только недавно я снимал обзор на всю линейку, ну там, прошлую. А тут уже получается, смотрите, уже Gu Shifters появилась коллекция. Эта коллекция супер уникальная, потому что теперь сила Gu, вы сможете сами ей воспользоваться. Ну, я вам покажу дальше. В общем, давайте я сделаю для вас челлендж. Вы на этом видео собираете 5000 лайков, а я снимаю на всю линейку новинок Гуджитсу обзор. Будут у нас все персонажи. Сегодня я вам покажу одного, но зато самого редкого персонажа. Это Караптагон. Вот, ультраредкий, это новинка, которая в этой линейке появилась. Но, как вы можете заметить, они вообще практически все изменились. То есть, у них внешний вид поменялся. И у меня для вас даже будут сюрпризики. Я вам покажу доисторических персонажей. То есть, у нас будет доисторический Рок Джо и Траш доисторический. А пока что... Пока что вы лайки не поставили, так что давайте вниз спускайтесь, ставьте лайки, набираем 5000, я снимаю на всю линейку. А сегодня давайте мы посмотрим на вот этого нашего суперзлодея нового и Траш Мобиль. Также он, как бы можно сказать, не относится к новой линейке именно Gu Shifters, но зато он поможет нашим персонажам передвигаться по локации, играть. Здесь множество способностей этого автомобиля. Во-первых, как вы можете видеть, он умеет стрелять, то есть вот из рта и из дверей. Также он умеет делать скоростной режим, то есть его можно опустить пониже, и подвеска станет более жесткая и более быстрая. И новый эксклюзивный гоночный комбинезон. Просто эксклюзив, такого я еще не видел. Мне очень понравилась новинка именно вот этот персонаж, потому что, посмотрите, какой он довольный. У него, мне кажется, такое аниме-личико, вот, прикольное. Также его тут можно потрогать. Ну и пока по традиции уже на всех коробочках с Гуджитсу есть специальные QR-коды. Вот, видите, вы можете отсканировать QR-код, узнать про всю эту линейку. Но если вам неудобно сканировать QR-код, потому что я его вот так очень быстро переношу, то переходите по ссылочке в описании. Ссылочка в описании, все есть. Давайте-ка мы, значит, сегодня начнем с эксклюзива. Мне уже не терпится посмотреть на Gu Shifters. Давайте я его сейчас открою, и мы посмотрим на нашего злодея новенького. Караптагон! Наполнитель полимерные шарики. Суперсила электрический шторм. Он у нас монстр. Караптагон Gu Shifters. Ультраредкий злодей Караптагон стал новым напарником Рок Джо. Вместе они готовы творить хаос. Караптагон может растягиваться в 3 раза и легко принимать свою первоначальную форму. Караптагон вспыльчивый соперник. Берегись, ведь его ярость может обрушиться молниеносно, а сильные руки могут разорвать противника в клочья. Итак, а вот и наш красавчик Караптагон, уже распакованный. Это у меня все официальные фигурки, видите, обратите внимание. На рынке много подделок, поэтому советую вам покупать игрушки именно по ссылочке в описании. То есть, видите, вот это оригинал. На подбородочке все у нас есть. Все бренды, вот, видите, МУС, то есть все тут написано, то есть все лицензировано. А вот такой Караптагончик выглядит прикольно, классно. Единственное, конечно, жалко, что у него рот не открывается, было бы вообще хорошо. Он похож, не знаю, на самурая, на какого-то. Ребята, ну скажите мне, на кого он похож. Вот смотрите, у него такие, знаете, как самурайские костюмы, то есть вот такие острые иглы. Но на самом деле он не острый, он абсолютно безопасен, подойдет, если поиграть с детьми любого возраста. Вот так он тянется. Смотрите, я уже вижу шарики, которые там внутри него. Там есть вот это ядро, но это ядро, я вам скажу, она ничего не делает. Есть вот в других персонажах ядра, они меняют их гусилу, они меняют цвет, становятся более сильными. Я в следующих видосах, если вы поставите лайки, это покажу. Здесь же у него это просто украшение, то есть не будем акцентировать на этом внимание. Можем, смотрите, зато с него снять одежду. Одежда полностью совместима с другими персонажами, то есть мы можем их переодевать как хотите. Это еще такая, знаете, идея для игры. Вы посмотрите, какие там шарики зато. Вау! Очень красиво, да, ребят? Да, мне очень нравится, какой он красавчик. Давайте его оденем.
Так, а то он смущается. Опа, вот такая набедренная повязка у него. И здесь что-то напоминает мне, как такой маленький, как скелет ящерицы. Посмотрите. О, мне кажется, у меня в детстве был тоже такой ремень. О. Так, хвостик у него есть. Ну, в общем, наверное, на этом и все. Нравится мне то, что это новый персонаж абсолютно. Я бы его все в коллекцию обязательно заимел бы. Но круче всего все-таки, ну, ребят, ну, вы же сами понимаете. Круче всего это Трэш-мобиль. Именно трэш, не трэш, правильно говорить, а трэш. Тут вот у нас все написано на русском языке. Кстати, все русифицировано. Давайте я его сейчас распакую, и мы поиграем вместе с этим автомобилем. Набор Трэш-мобиль. У Трэша наполнитель синяя переливающаяся жидкость. Растягивай и атакуй. Тачка плюс герой. Ты готов вместе с Трэшем сразиться с монстрами Гуджитсу? Нужно прокачать свои скиллы перед новой битвой. Трэш надел свой эксклюзивный гоночный комбинезон и как никогда готов растягиваться в 3 раза для нанесения урона. Но у таких крутых пацанов должна быть мощная тачка. Трэш-мобиль идеально подойдет и заставит злодеев трястись от страха. Посади Трэша за руль его мобиля. Если нужно подкрепление, на заднем сидении есть еще место для 1-2 героев Гуджитсу. Размести 2 ракеты в двери тачки и 1 помести в пасть акулы. И гони на полной мощности, используя скоростной режим. Догнав монстров, немедли резким движением руки, меняй высоту Трэш-мобиля для перехода в режим атаки и запускай ракету. Бам! И противник побежден! Растягивай и атакуй. И вот он, наш Трэш-мобиль. Как вы уже могли догадаться, он назван в честь Трэша, нашего героя. Вы посмотрите, вау, комбез просто бомба. Давайте посмотрим, что внутри него. А внутри он вот так переливается. Это просто красота. Это вообще, вы посмотрите. Это очень красиво. Так, его голова, крутится ли она? Да, крутится вокруг своей оси. Здесь у него какая-то зеленая звездочка. Здесь вот такой зеленый хохолочек. Опять же, тут оригинал, тут все написано, все надписи. Мне нравится, как он улыбается. Мне кажется, ему настолько весело, что он едет за рулем такой крутой тачки, что просто он светится от счастья. Так, он у нас растягивается, как обычно. Опа! Очень и очень сильно. Может переливаться разными огоньками. И он такой липкий, знаете, он такой липучий, он как слайм. Да, он как слайм. Так, также идут в наборе у нас 3 вот такие ракеты, с помощью которыми можно зажигать на нашем автомобиле. Итак, вот он, автомобиль. Он ко мне в кадр даже не влазит, ребят. Я даже не знаю, что делать. Вот такие у него колеса. Здесь написано Гуджитсу на каждом колесе. Их фирменный знак. Вот, суперсила Гу. Не дремлет. Как вы знаете уже историю, то что сила Гу это как раз таки из-за нее появились и герои, и злодеи. И злодеи хотят отобрать. В общем, вы знаете, напишите в комментариях вообще ваш любимый сезон. Итак, здесь могут закрываться двери, видите, и могут открываться двери. То есть при желании мы их можем закрыть, можем открыть. Вот так они закрываются. Чик. Здесь написано Трэш-мобиль. И вот сюда нам нужно как раз-таки вставлять наши ракеты. То есть это, так можно сказать, запасные ракеты. То есть у нас с собой 2 запасные, и с помощью 1 мы сможем стрелять. Чик. То есть мы вставляем в рот акуле. Вот такая акула, вот ее ротик. Вставляем сюда. Опа, видите, все. Заряд есть. И теперь мы можем стрельнуть. Чтобы стрельнуть, нужно нажимать акуле вот сюда сверху на кнопочку. Вау! Вау, как далеко! Мой кот аж начал атаковать эту ракету. И еще одна ее суперспособность, то что она может чик вставать в гоночный режим. Как вы можете заметить, в гоночном режиме как раз таки у нас двери закрыты, то есть двери у нас автоматически защелкнулись. То есть теперь мы готовы ездить
очень-очень быстро. То есть теперь я могу на ней гонять. Чтобы ее поднять наверх, просто ее резко дергаю наверх. И, как можете заметить, двери автоматически раздвигаются. Это для того, чтобы вы взяли новую ракету и вставили в рот акуле. Но я это делать не буду. Давайте-ка лучше я вам сейчас покажу скоростной режим. Как вы можете заметить, в скоростном режиме закрывается у нее пасть. О, интересно, кстати, проверить, что будет, если ты переведешь тачку в скоростной режим, в то время, как у нее во рту будет ракета. Так, вон ракета у нее во рту. А, все нормально, ракета идеально. Слушайте, все продумано. Игруха мега крутая. Я не знаю, сколько эта штука стоит, но я бы себе такую хотел 100%. Она прям вообще прям... Она супер универсальная. Еще у нее очень приятные материалы. Она достаточно плотная. Единственное, что бы я сюда добавил, наверное, на мой вкус, не хватает каких-нибудь звуковых там сопровождений. То есть, какой-нибудь там, чтобы сигналочка была и так далее. Так, ладно. Давайте теперь примерим наших персонажей. Итак, трашмобиль. Вот сюда, за руль, мы сажаем нашего траша. Вот он сидит довольный. Все понятно, почему он такой довольный. Вы посмотрите. Потому что он сидит в своей любимой тачке. Все ясно. Так. Так, посмотрим, как он будет сейчас реагировать на то, что машинка примет боевой режим. Опа, в боевом режиме он также выглядит чудесно. Теперь давайте нашего злодея мы усадим сзади. О, он взял его в плен и привязал его вот сюда. К примеру. Опа. Опачки. Во. Во, точно. Он взял его в плен и везет его на допрос. Слушай, это вообще угарное. Мы едем в далекий... Машина осталась без управления. На самом деле, это умная машина, это же акула. И тут он такой забегает и садится за руль снова. Поехали по газам, по полям, по лесам. Трашмобиль едет к нам. Хопа. Боевой режим, то есть это гоночный режим. Вот, гоночный режим, его руки мешают гоночному режиму. Все, теперь понятно. Но, кстати, смотрите, я его сложил, вот если вы не заметили, и ничего, все так же осталось работать. Единственное, что он рукой вот придерживает, то есть складываю, все нормально. Отличная игруха, ребят! Я, наверное, вам всем советую. Не знаю, как по поводу нашего главного злодея. Он, конечно, я его чисто бы злодей вот это купил чисто для коллекции. То есть, как для коллекции, вот если вы собираете всех персонажей, а я знаю, много людей собирают вот эту, как бы, всю линейку, то я бы собрал, разумеется, всех, и вот этого надо себе обязательно заполучить. И вообще, наполнение. О, ребят, давайте, битва наполнителей. Герои против злодеев. Вот кто вам нравится круче? То есть, кто вам нравится больше? Траш? Или же... Да что такое? У меня что-то кот мурлыкает, ему, походу, нравятся игрушки. Траш или Караптагон? Вот, кто вам больше нравится? Теперь напишите, какой наполнитель вам больше нравится. Вау, ну наполнители все крутые. Вау. Не знаю, мне... Ой, смотрите, они слиплись. Они немного слипаются. О. Даже нет, ну вот этот выиграет погрознее. Мне кажется, чтобы если в рукопашку бы, он бы его победил. Электрический шторм! В общем, на этом буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Соберете много лайков, я снимаю обзор на всю линейку новинок. Будем трансформировать. Новая линейка GuShifters — это просто произведение искусства. Ребят, там вы не представляете, что внутри. Там вообще просто крутяк. Просто бомбяу внутри. Вот. С вами был Закупыч. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Удар цунами!